объектом учета в реестре имущества муниципального образования города Балаково является в том числе не относящееся к недвижимости имущества, стоимость которого превышает 50 тысяч рублей. Следовательно, включение в реестр имущества муниципального образования города Балаково, принятого к бухгалтерскому учету, подарка лицу, замещающему муниципальную должность, муниципальному служащему, проходящему муниципальную службу в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, стоимость которых составляет от 3000 рублей до 50 тысяч рублей, не предусмотрено действующей редакцией положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования города Балаково. Данный пробел предлагается устранить представленным проектом решения. Предлагается внести данный вид имущества в реестр муниципального имущества города Балаково. На память. Будет в кабинете, будет в кабинете у главы стоять неучтенный. До 3000 он не принимает подарок, да? Не да нет. Вот за 3500 подарили Леонид Викторович подарок. Он его приехал, на учет его поставили. А за 2500 не подарили, повесил в кабинете без учета висит. Вот, а их 100 таких. Ну, значит, в кабинете будут висеть. А если по 3500, 100, значит, в бухгалтерии будет. Бухгалтерия на учете будет стоять. Нуля рублей, нуля копеек, а не отдачу схему секретим. Мы за нее голосуем.